Набокова матери. А когда мы вернемся в Россию? Какой идиотской сентиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, только человеческая. Но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь. Во-первых, потому что вез с собой от нее ключи. А во-вторых, потому что все равно когда, лет через 100, через 200, я буду жить там в своих книгах. Или хотя бы в подстрочном примечании исследователя. А вот это уже надежда историко-литературная. Не предаюсь пустому гневу, не проклинаю, не молю, как изменившую мне деву, отчизну прежнюю люблю. Но как я одинок, Россия, как далеко ты отошла, а были дни ведь и другие, ты сострадательной была. С какой нежностью щемящей, с какой страстью молодой звенел в светло-зеленой чаще смех, приближающийся твой. Я целовал фиалки мая, глаза печальные твои, и лепестки, все понимая, чуть искрились росой любви. И потому, моя Россия, не смею гневаться, грустить. Я говорю, глаза такие у грешницы не могут быть. Из дневника Александра Вертинского. Русские необыкновенно легко осваиваются повсюду. У них какое-то исключительное умение обживать чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали, к мысу ли радости, к скалам печали, к островам сиреневых птиц, все равно, куда бы ни причалили, как писала Тэфи, мы вносим много своего, русского, свойственного только нам одним. Так разукрашиваем своим бытом быт чужой, что кажется, словно это не мы к ним приехали, а они к нам. Ну, как вам нравится Константинополь? Спросил я одну знакомую даму. Ничего, довольно интересный город, только турок слишком много. У меня был приятель, француз, не глупый, молодой, богатый, веселый. Подружились мы с ним, потому что он обожал все русское. Гастон, спросил я его однажды, вот вы так любите все русское, почему вам не жениться на русской? Понимаете ли, друг мой, раздумчиво начал он, для того, чтобы жениться на русской, сперва нужно выкупить все ее ломбардные квитанции. А если их у нее нет, то ее подруги раз. Выписать всю ее семью из Советской России два. Купить ее мужу такси три. Заплатить за обучение ее сына в Белграде, потому что уже 3 года за него никем не плачено 4. Положить на ее имя деньги в банк 5. Купить ей машину 6, апартаменты 7, драгоценности 8, меха 9 и так далее, и так далее, и так далее. А шофёром нужно обязательно взять русского, потому что он князь, и такой милый, и большевики отняли у него всё-всё, кроме чести, конечно. После этого она вам скажет: я вас пока еще не люблю, но с годами я привыкну к вам. И вот когда она уже почти к вам привыкла, вы застаете ее со своим шофером. Ну, дальнейшее вам известно. Гастон расхохотался. Скандал, развод,
на суде она непременно вам скажет. Ты владел моим телом, но душой не владел никогда. Но согласитесь, что это невозможно, друг мой. В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны, и злые обезьяны мне скалят искалеченные рты. А я, кривой пьяный, зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы. А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны увядает светоч дня. Звенят, гудят джазбаны, танцуют обезьяны, и ветрено встречают Рождество. А я, кривой и пьяный, заснул у фортепиано под этот дикий гул и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: «Маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго, даже в нашем добром небе были все удивлены». И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, утирая фраком слезы, слезы боли и стыда. А высоко в синем небе догорали божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо таял без следа.